Недавно еще одна сияющая звезда зажглась на небосклоне. И речь идет не о небесном светиле, а о яркой певице Лире, которая недавно прошла кастинг в продюсерский центр 24/7 лейбл. Пришла на кастинг. Ну, просто потому что, не знаю, мне всегда казалось, что с лейбла будет как-то проще пробиться, чем самой. Кастинг был непростым, так как оказалось, что задание Лире давал пранкер Руслан Кудрин. Чего только не было на этом отборе. Певицы даже сказали лайт на жюри. Ох уж эти пранкеры. Собственно, делала все, что он говорит. По итогу это оказалось пранком. Но покорила Лира всех, когда зачитала сходу сложный текст. Певице это удалось легко, ведь рэп — это ее любимый жанр. Взяла просто текст, незнакомый абсолютно ей. И под бит это все взяла и зачитала, каким-то образом доведя нас до шока. Продюсерский центр 24/7 лейбл, в который прошла кастинг певицы Лира, основал Максим Тайгер вместе со своей женой Ириной Ридель. По его словам, таких лейблов сейчас в России немного. Здесь же мы говорим о определенном долгосрочном сотрудничестве, о долгосрочной работе. Это первое, наверное. Второе, мы больше прорабатываем образ артиста. Если, например, то, что мы слышим в топ-чартах, частенько, ну, человека этого даже никто в лицо не знает, то здесь мы стараемся все-таки как бы придавать какую-то узнаваемость. На лейбле Лире написали песню «Мы». Она об истории двух людей, которым настолько хорошо вместе, что они буквально не готовы выходить из квартиры, чтобы не покидать друг друга. Лира рассказала о том, как проходили съемки клипа на песню. В течение 5 часов меня мучили в комнате трэш. Не, на самом деле было прикольно, местами необычно. Это был мой первый опыт съемки клипа. Человека, с которым мы снимались в кадре, я видела буквально первый раз в жизни. Было местами неловко. Мы как в культовом фильме. Брат-два, тебе никто не пишет, а я вечно молода. Я была одна девушка в целом в этом съемочном павильоне, скажем так. И там было 4 или 5 парней, мужчин, как бы, которые все вот так вот. Лира родилась в Иркутске и приехала покорять Москву своим талантом. Ведь у девушки мощный голос и яркая харизма. Подтверждение тому – недавняя победа певицы в финале караоке-баттла. Она вышла, спела 2 песенки, вырубила всех и прям налом полтинчик получила. Это было очень, очень прикольно. Кажется, Лире сейчас во всем сопутствует удача. Будем с нетерпением ждать ее новых песен и клипов.